Акцию «Сирень Победы» впервые провели в 2006 году в Москве на территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Красносельский». Тогда представители Московского природоохранного общества презентовали новый сорт распространенного декоративного растения, который назвали «Сирень Победы». С тех пор ежегодно в канун майских праздников в разных уголках России появляются цветущие аллеи. Еще в прошлом году организаторы решили, юбилейную 10-ю акцию проведут в Севастополе, патриотическом центре России. Сегодняшнюю акцию мы посвящаем городу-герою Севастополю, нашим замечательным ветеранам и желаем им всем добра, здоровья, ну а нам с вами мира и правильно растить защитников страны. Открылась акция торжественным митингом у обелиска воинской славы. Здесь гости передали подарочные шашки местным кураторам акции, представителям Севастопольского союза ветеранов и Севастопольского президентского кадетского училища. Ветеранам Великой Отечественной войны вручили медали в честь 70-летия Победы. Мы будем помнить, как на 35-й батарее от немцев отбивались русские войска, как без воды, еды и автоматов там погибали честь не запятнав, как наши русские морские души на штурм Сапун горы в атаку шли, наш Севастополь, море, горы возвращали и выгнали фашистов навсегда. Участие в акции приняли и гости из Республики Ингушетия, воспитанники Горского кадетского корпуса. Мы приехали передать ветеранам письма, около 300 писем. Ученики и ученицы писали письма ветеранам. Мы приехали только вчера. У нас был длинный путь, но город нам очень нравится, очень красивый. Для меня честь, что я могу познакомиться лично с ветеранами Великой Отечественной войны. Я благодарен им за их победу. Память павших в бою почтили минутой молчания. В воздух взмыла сотня белых шаров. В это время у храма-часовни в честь святого Георгия Победоносца уже готовили к посадке первые кустики сирени. Аллею Победы вместе заложили школьники и ветераны. Дедушка Павел Жаров, он пошел всю войну, был ранен много раз, но пошел. Сегодня я посадила сирень, чтобы помнить о прадедушке Павле Жарове. Чтобы все понимали, что такое война. Спасибо всем предкам, которые сделали, что не было войны, что небо чисто над головой. Вы с такой любовью садите этот кустик? Что я огородник, знаете, очень давнишний огородник. Я столько работал на земле, с 15 лет. На ваш взгляд, вот именно сирень, это действительно цветок победы? Сирень – это самый весенний праздничный цветок. Россия! Анатолий Паньков, Севинформбюро.